В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Здравствуйте! Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия. Так, берем нашу вторую кромку под 45. Загиб у нас здесь 45. Вот эта кромка у нас или отгибка 45 мм, большая отгибка. Это у нас малая отгибка 35. И теперь мы ее прикладываем. Прикладываем прямо по нашему, уже по нашей картине, мы, чтобы нам удобно было, сейчас мы ее закрепим. Так, чуть-чуть сильнее. Ну, конечно, вот здесь вот нужно или какой-нибудь резиной или еще чем-то, потому что в этих местах, как правило, остаются потом на железе следы. Вот. Но это на будущее, имейте в виду, что царапает все эти зажимы. Вот. Единственная фирма, которая делает зажимы, не царапает, фирма Маск. Вот. Они делают хорошие зажимы. Вот. Ну теперь что? Наша задача — это обвести. Вот это все надо обвести. Как нам советуют все учебники. Ну и все, сюда у нас уже уходит в ноль, да? Даже в ноль. Так, ну здесь нам и не надо. Нам, собственно говоря, сейчас нужно что? Нам нужно прибавить вот сюда 8 миллиметров, чтобы точно все получилось. Рука пока не набита. Нужно ставить такие точки и потом их обвести. Или не надо их обводить, и так видно. Вот, ну, так вот, если мы введем каждую точку, у нас получится более ровно. Можно не обводить. Ну, вот у нас такая получается 8 миллиметров. Вот это вот. Вот это нам надо все отрезать. Вот. Ну, так как у нас на кругле все это, нам надо будет закрепить нашу вторую картину. Интересно, что для того, чтобы не портилась бита, вот в этом месте, мы делаем на шуруповерте 5 или 7 ставим. Тогда она прокручивается, как вы сейчас слышали, и бита служит дольше. То есть она
не выворачивает ее там внутри. Вот. Теперь нам нужно это все отрезать. Ну это вот сейчас будем делать все в этих условиях. Уже в полевых условиях. Начнем подрезными ножницами. Добавляем 5 миллиметров. Ну на изгибе уже не пойдет так отрезать. Поэтому нам надо будет взять наши с изогнутым лезвием, но они называются радиусные. Это штубаевские ножницы. Очень качественные. Режут очень хорошо, они самозатачиваются. Десятки лет. Главное вот тут регулировать. Вот этот гровер гайку. Она, если поставили ее, она не будет вращаться в разную сторону. Так, и вот здесь начинаем наше. Так, установим. Так, отсюда. Сюда. Вот, отсюда. Почему не режет? Потому что это у нас ножницы левые. А направо они не режут. Но есть такие подрезные ножницы еще. И правые. Поэтому нам надо вот отсюда резать. И продолжать наш рез. Таким образом. Режем без засечек. Без засечек. Здесь вот немножечко засечка появилась. Так, немножко сравняю. Смотрим, что у нас тут получается. Так. Прямо все так впритык. Ну вот, видим, здесь петушки у нас получились. Ну, так как мы учимся, поэтому эти петушки. В общем, надо еще ножницы одни. Это у нас правые ножницы, потому что они, вернее, левые. Всегда путаница, потому что на западе это правые, а у нас левые. Почему? Потому что налево кромку отгибаем. Вот. Поэтому сейчас попробуем этот петушок убрать. Чуть-чуть вот. Вот. Как-то так. Как-то так. Еще тут чуть-чуть. Вот так вот. Вот сейчас более-менее. Вообще это еще петушки, вот они вот такие петушки. Или засечки, не знаю, как правильно сказать. Вот так они выглядят. Вот. Их обычно, если мы работаем с медью, с там цинком, с алюминием особенно, это если их не срезать, то это будет 100%. 100% будет там надрез. То есть железо там порвется, когда будем делать двойной фальц. Вот. Ну вот сейчас вот как раз мы сейчас проверяем, как у нас все это получилось. Вместо этих зажимов мы сейчас возьмем другие. Так, подровняем сейчас. Подровняем. Вот так. Подровняем. Смотрим, как у нас тут получается. 5 миллиметров. Вот. Ну и чтобы начать, специально такие есть
сами такие есть зажимы, которые облегчают работу. Они как